отличные новости. В игре Warhammer Vermintide 2 появляется режим 4-4 с возможностью играть за наших, так сказать, противников. Это Ротблады и Скевены, крысы. Также будут доступны возможность управлять боссами. В этом режиме противоборства будет 2 раунда. Сначала одна команда играет героями Руби Шрайка, вторая играет их противниками. И наоборот, в следующем раунде команды меняются. Побеждает та команда, которая пройдет по заданию дальше своих противников. Помимо этого режима, команда Fat Shark сейчас работает над новым дополнением. Это Winds of Magic, Ветра Магии. В свою очередь работа над режимом Versus еще на ранней стадии. Fat Shark работает над балансом игры, чтобы нельзя было эксплойтить, так скажем, классы персонажей и легко побеждать другую команду. Но уже сейчас вы можете зарегистрироваться на бета-тестирование этого режима, ссылка будет в описании. На этом пока все новости. До связи, удачи!